друзі, як завжди, продовжуємо ранкові тренування на свіжому повітрі. Сьогодні, як завжди, наш постійний тренер Олександр Мунтян, персональний тренер, дієтолог, майстер спорту України з бодібілдингу, буде допомагати нам. І сьогодні підготував досить таке цікаве заняття. Що на сьогодні чекає? Доброе утро, доброе утро. Сьогодні ми покажемо вам тренування ягодиц, такою от быстренькою, щоб підтягнути їх, немножко привести в тонус. В течение 5 минут, я думаю, ви можете всі виконувати це упражнення. Таке універсальне тренування для дівчат. Так, да, таке швидше, щоб немножко от, хоча б в тонус привести. Угу. Тож давайте повторювати, вчіться. І так, починаємо ми все з випадом ходьбой. Саме головне, щоб колено не уходило у нас вперед, щоб не було вот такой вот теми. Тому що якщо колено буде уходити вперед, у нас буде йти нагрузка на передню частину бедра і сильно на коленний сустав. Тобто ми опустились вниз, оставили таз назад, спинка ровная. И с бедра и с пяточки встаем вверх с выдохом. Затем снова шагаем, опускаемся вниз, вдох, выдох. Обязательно оставляем таз назад. Угу. То есть это такая ходьба, тики. Да, и мы вот делаем выпады ходьбой где-то по 10 раз на каждую ногу для начала. Угу. Так, я повторю. Вдох, выдох, да. Вдох, выдох. Таз назад уходит. Да. Так. И теперь следим за коленом слева, да, и выдох вверх, упор на пяточку, выдох. Это даже можно делать в квартире, в принципе, если есть место, там а погулять. Что, хорошая квартира, так вымерять и... Ну, по 2-3 шага вот так вот можно. Цікаво, сколько ж у меня квадратов квартира и пішло. Сколько выпадов, да, померить комнату. Вот. Так мы делаем 3 подхода, начинаем с 8, с 10 повторов. В дальнейшем можно увеличивать. В дальнейшем можно взять какой-то там вес, я не знаю, те же бутылки, как мы на прошлой тренировке показывали. Немножко утяжелить. Но для начала вот 5-10 повторений будет отлично. Так, дальше. Мы делаем мостик на ягодичке. Так, ну а используем коврик. Знаю. Да. Ноги чуть пошире. Вот, упор на пяточки. И с выдохом поднимаем таз вверх и сводим максимально ягодицы. Вдох, выдох. Вниз плавно, вверх чуть мощнее и максимально сокращаем наши ягодички. Выдох. Тут, когда мы не используем никакого дополнительного веса, нужно сделать 20-25 повторений. Самое главное – дышать, не задерживать дыхание. Постоянно в верхней точке делаем выдох и хорошо сокращаем наши ягодицы. Все, вот так вот мы выполняем где-то 3 подхода по 20-25 повторений. И третье добивочное упражнение на наши ягодицы – это махи назад стоя. Отводим ногу с помощью нашей ягодицы назад и делаем выдох. Немножко плавнее, да. Вы должны концентрироваться именно на мышцы на ягодичке, потому что если вы будете напрягать ногу, это уже не то будет. Максимально сконцентрировались и работаем за счет бедра. Оставляем назад. Да. Выполняем также по 20-25 повторений на каждую ногу. Опорная нога немножко согнутая. Попа отставлена назад, спинка ровная. И дышим. Оставляем назад. Выдох. Выдох. Да. 20-25 повторений сделали, отдохнули немножко. Немножко отдохнули и повторили снова. И вот так в каждом упражнении мы выполняем 3 подхода. В зависимости от того, насколько повторений вы можете сделать, обязательно отдыхаем. Вот сделали подход, минутку отдохнули. Сделали подход, минутку отдохнули. Если вы готовы раньше, начинайте делать раньше. Дівчата, тепер ви знаєте, як натренувати своє тіло до літа, до вже такої найтеплішої погоди весни, до травня. Дякуємо нашому тренеру, персональному тренеру, дієтологу, майстру спорту з бодібілдингу України Олександру Мунтяну за таке тренування, інтенсивне тренування. Повторюйте за нами і будьте завжди здорові!